Рита Фаррер родилась в 1954 году в семье актрисы Рэйчел Дрейк. Ее отец, актер Фрэнк Фаррер, был в то время женат на Барбаре Стенвик, которая подала на развод в день рождения Риты. Рита была известной актрисой, пока не подверглась воздействию странного газа, и ее клеточная структура не разрушилась. Позже ее спас Найлс Колдер. Затем Рита присоединилась к команде «Роковой патруль». Позже команда отправилась на миссию по захвату кольца Вольтума, которая прикрепилась к женщине по имени Джессика Круз. Лекс Лютер позже рассказал Колдеру, что он знал, что несчастные случаи, которые привели к созданию «Рокового патруля», были организованы самим Колдером. Став героиней по прозвищу «Эластичная девушка», она с другими членами команды спасает мир от разных странных угроз. Она женилась на мента, а потом они усыновили Битсбоя.